как раз очень плотно сыграли свои зоны. Еще одна попытка. Морозов, его бросок, и это гол. Просто вгоняет эту шайбу. 80-й номер Северстали. 4-2. Да, классный бросок. И шайба влетает в ближний угол. Опять же, активная игра Северстали заставляет динамовцев ошибиться в своей зоне. И в итоге выводят Морозова на бросок, и он этот момент реализует. Очень классная передача Йонаса Нятина. За спину скинул шайбу, уже, казалось, потерял ее, но все-таки нашел, умудрился. Точно удобно партнеру прямо на клюшку. Так, ну я вижу, что, скорее всего, Александр Еременко сейчас появится на площадке. Я вижу, как он одевает свои перчатки и шлем, выбирает клюшку. Ну,